один из самых продаваемых гамбургеров выпустит свою криптовалюту. Как сообщает Узмен Коин, фастфуд-гигант Burger King запустит собственную криптовалюту в российских филиалах. Валюта будет работать на блокчейне Waves, а токен носить название Whopper Coin. Количество выпущенных токенов на первом этапе составит 1 миллиард, но представители компании говорят, что их число может вырасти. Клиенты Burger King в России будут получать один Whopper Coin за каждый Whopper гамбургер. Если этот опыт будет успешным, то филиалы Burger King в других регионах или даже странах также смогут применить эту программу лояльности.